А, всем привет, это Струнадер. И давайте, наконец, вот дошли руки у меня до Грыча добрались. Грыча, значит, который у нас джентльмен, кантри-джентльмен Чет Эткинс. Значит, модель 767, сейчас, секунду, да, модель 7670 американского производства из 70-х, точно год не скажу, ну, наверное, 75-й, что-нибудь такое. Очень тщательно были проведены все, скажем так, антивозрастные профилактические работы, вот, ну и теперь как бы инструмент можно уже показывать, продавать и так далее, да. Сзади она выглядит вот так. Вот так вот. А есть модели, где здесь вот такая большая дырка, и здесь каким-то дерьмантином на кнопках, значит, закрыто зачем-то. Такая есть история, да. Голова грифа выглядит вот так. Сейчас посмотрим. Вот она, гордая надпись «Грэч». Колки такие бронебойные. Колки, кстати, гроверовские, да, гроверовские. Вот. А в гитаре все оригинальное, кроме бриджа. Значит, вот этот бридж роликовый я поставил, вот, я не могу сказать, оригинальный сохранился, но там такие силуминовые кобылки, мне что-то не понравилось, хотя, возможно, никаких дополнительных прелестей этот роликовый бридж не дает. По поводу вообще старых инструментов, винтажных, оригинальных и так далее, значит, ну, во-первых, как бы винтаж винтажу рознь, да, Грэч, конечно, это суперкрутые инструменты, в принципе, да, и тогда, и сейчас. И я могу сказать, что, например, Falcon можно купить за сравнимые совершенно деньги современные. А вот такой инструмент, у них все равно есть своя какая-то, ну, не знаю, в кавычках аура, да, вот, старины. И почему люди привязываются вот именно к старым вещам, к антиквариату? Потому что вот они были, и больше их уже никогда не будет. Вот такой гитары больше, ну, то есть она, естественно, есть там, и их не скажу, что это большая редкость, их можно найти, но их все меньше, меньше и меньше. И, конечно, некой коллекционной ценностью этот инструмент тоже, естественно, обладает. По управлению. Тут, в общем, система достаточно не очень обычная. Значит, это общая громкость, вот эта ручка. Вот это ручка громкости этого датчика, это ручка громкости этого датчика. Это переключалка между датчиками. Тембров, как таковых, здесь нет. Здесь есть вот эта переключалка, это фильтра. В принципе, Грэч эту идеологию до сих пор использует. То есть, если вы видели современные Грэчи, там всегда, ну, как правило, да, там в фалконах или где-то есть вот эта ручка вторая, которая фильтрует звук. Так сказать, та же история на хакстримах старых ставится. Вот. Но, правда, в современных у них, по-моему, и тембр они поставили все-таки, да, а здесь тембров нет. А сейчас мы немножко послушаем Fender Blues Junior, ну, насколько хватит моих скромных способностей. Thank you.
Ну, а теперь давайте подключим педальку E-Drive и Fender Blues Junior с легким таким гейном. Я поиграю с удовольствием на этом чудесном совершенно кантри джентльмен Chet Atkins 7670. Да? Да, 7670 Гриче. На мой взгляд, очень характерный инструмент, то есть такой вот у Грича, у него такой вот немножко наждачный звук, то есть у всех моделей, то есть у всех у них есть свое отличие, хотя они зачастую, ну, как бы очень похожи там по форме и по функционалу на Гибсона 335, там, на вот подобные гитары, да, но звучат они по-другому. Хотя, опять же, говорю, 335-го Гибсона у меня никогда не было. Вот, но я примерно имею представление, как они звучат. Но вот этот инструмент, да, для легкого стиля, для легкого перегруза там прекрасно совершенно. Ну и, конечно, выглядит он крышесносно, очень красивый и очень хорошее состояние для этих лет. Вот, и все обводочки сохранены вообще. Ну, красота. Вот, итак, посмотрели Gretsch 7... так, бляха-муха, да как я запомню когда-нибудь. Gretsch 7670, Chet Atkins, Country Gentleman в оригинальном состоянии. Классная гитара, оригинальный кейс тоже присутствует, гитара наличествует, гитара продается, гитара обменивается, а я прощаюсь, пока-пока.